Всем привет. Мы с Мишей прибыли в Санта-Барбару. Мы пока ехали, видел, какие виды были? Не видел. Был очень трудный у нас путь. С Алушты едем. Сюда добраться на 112-м. Он идет через Малый Маяк, на утес и туда в Портенит. Что я нашел? Отель Корона. Из камня хорошего сделано. Кондюшники есть, все дела. О-о-о. Здесь, смотри, Мишаня. Крутизна полнейшая. Номера свободны. Пожалуйста, номера. Звоните. Европа. Красивый вход, смотрите, какой. Поливают. Ухаживают. Вот это круть. А лестница, Миша, какая, с перилами, ты просто посмотри. А там мостик, Миша. Видишь мостик? Красиво, что едет. Идем дальше. Идем дальше, брателло. Свеженько поливает он капельки. Эллинги. Вот это про эту лошадь она говорила, будете мимо нее идти. А, вот, я думал, что за лошадь? Ну, я думал, бельгийская лошадь, глядь. Тоже от Эллинга, да? Да. Слушай, она сделана как настоящая. Как настоящая. Размер лошади сделана, да? А, не, ничего себе. И хвост даже есть. Вот. Это как в американских фильмах. Криминальный район. Сейчас Аль Пачино из-за угла выйдет с автоматом, расстреляет нас нахер. Вот видишь, лестница какая. Балкон красивый, да. Вот. Раньше гаражи были, походу. Миша рекетер. Черногория, говорит, не то. В Ялте круче. А чего он так шевелится, этот камыш? Ветра же нету. О, о, нашли, да, куда спускаться, а то заблудились. О, море, море, Миша. О, море, море. Вот они, просторы. Крымская ривьера. Вон там мы были в Алуште сегодня. Вот там. Смотрите, какие горы красивые. Вижу судак. Вижу судак. Что ты говоришь? Вот это Саратрия, гостиница. Это гостевые дома, короче. Гостевые. Да. Тут, пожалуйста, Миша, хоть здесь купайся. Хоть здесь, хоть там. Красят. Ухаживает. Людей мало, но так здесь спокойно. А вот шашлык жарят, видишь, прямо на набережной. Видишь? Где? Вон.
Остров увидели мы вдалеке, видите? Остров невезения в океане есть. Пошли дальше. Сейчас пойдем к Санте-Барбаре. Смотри, заборчик какой. Доски есть. Вот спуск тоже. Цветочный какой, смотри, расписной, и зеленый, и такой, и желтый. Бляха-муха, да с ума сойти просто. Это что за сушилка такая? Ну надо же. Поселок Утес. Дальше, если идти, санаторий Утес, и там дальше выход есть на мыс Плака. Посмотри, сколько мороженое стоит здесь. Я стесняюсь. Сыры ручной работы. Дымком пахнет. А где, кстати, он шашлычник этот? Смотри, какой аккуратный зонтик. Да тут там еще это, смотри, что там, Миш. Спуск там, видишь, какой, лестница. Смотри, какой зонтик. А вот еще один островок. Что? Столик на балконе. Так прикольно, такое в Крыму, бля, я еще нигде не видел. Гора Костель, или как правильно, не знаю. Мы идем дальше. Стекла затонированные. Продажа сдается. Вот квартира продается. Ну. Квартира. По аэродрому. По аэродрому. Здрасте. Здрасте. Люди здоровкуются здесь, как приятно. Никто тебя не бьет тут. Никто тебя тут не бьет веслом по гриве. Да, Миш? Или солнца нету, может, мне кажется, мутноватая вода, как вода какая-то. Но вот этот вообще, блядь. Там девушка, наверное, живет. Девушка там живет, наверное, молоденькая, симпатичная.
куда-то сфотографировал? Кабинки на набережной. Какое? Да, сфоткал. Спасибо. Ну да. Она из королевы. Картина Николая II здесь можно увидеть, когда зайдешь. Здрасте. Просто историю люди чтят, поэтому и вот здесь вот картины. Здрасте, здрасте. Нам искупаться еще надо. Вы на видео снимаете? Нет, это он блогер. А можно туда пройти? Можно. Спасибо. Блин, так красиво вот здесь. Не, серьезно. Блин, как у них тут хорошо. У вас здесь продувается вообще ветер. Смотрите, виды какие, господа. Просто нереально. Гора такая. Просто красиво. Классно здесь. Плиточка. Спасибо. А, зайдем. А? Да все кухни хорошие, все хорошо готовят. Это что за чел стоит? Кто такой? Что за? Я говорю, гангстер. Опасный курмыш, одни гангстеры здесь. Пляж Корона. Что себе? Якорек. Дотронулся к истории. Пошли дальше, Миша.
Супы 230 рублей с лапшой. А здесь, смотри, тематика какая. А это, смотри, смотри, крендель какой завис. Чарли Чаплин? Мы в двушке узнали, в одно время сказали прям. А где же я купался? А, дальше. Мы с дочкой здесь были год назад, последний раз. Слушай, эта конструкция мне непонятна. Как палуба, что ли, сделана, типа, да? Как в Германии вот это? Или в Германии, как у нас? Наверное, у них, как у нас. А смотри, Миша, закуток какой замечательный. Еще бы, если убрать этот флакон. Края родные. Убрать бы вообще бы было клево. Смотри, лестница какая. Есть в Черногории такие лестницы? Конечно, есть. Да откуда они там? В Черногории откуда может быть лестница? Там же колхоз. Италия рядом. Италия рядом. А ты знаешь, что Крым и Италия, климат один одинаковый? Да. Так что Крым лучший в мире. Если его пуму здесь щебельнуть, сделать. Вот здесь я купался. Вот на этот камушек можно сходить. Банан интересно, девушки едят. Замечал, как едят банан девушки? Никогда не замечал? Миша, я с вами разговариваю. Никогда не замечал, как едят банан девушки? Нет? Жаль. Чего? Шляпу не хочешь приобрести подруге? Нет, подруге, с которой ты сейчас познакомился в автобусе. Миша, оказывается, такой. Пока ехали, он познакомился с дамой. Дама в шляпе такая. Санта-Барбара, ресторан. Шляпа уже его отпускать не хочет. Это нереально большие деньги, хочу сказать честно. И мы начнем с малого. Малый, с тебя начнем. Ребята, интриги не будет, потому что я спускал с малого, друзья, но там небольшая разница. Итак, на пацана, на мальчишку, с вашей помощью. Блин, тут день рождения или свадьба идет. 1700 рублей! Да, Миша, Миша, ты выиграл, иди, забери приз. Херсонес, Севастополь. Судак. Мыс Плака. Мыс Плака. Гагарина. Вот сюда нам надо. Ну пошли. А купаться не будем, что ли? Да я потом, когда мы едем. Если тут ко мне надо забирать. Ты хорошо подумал, Миша? И даже вон на тот, на камушек не хочешь сходить? Нет? Ну, вы даете.
надо приехать, не жаркий день такой. Не в жаркий день? Смотри, Миша, на каждом балкошке фигуры. Танго. Танго, 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 танго. Море, кафе. Кактус такой, что ли? Да, нам пешком идти, ой-ой-ой, сколько еще. Мы на все автобусы, короче, не успеваем. Это нам идти пешком до Портонита, километр 4. Жизнь бьет ключом, короче. День блогера. Мы рейс мотаем. Я чуть не упал. Миша что-то приценился. Лук полтос, чеснок 300. Миша, уходим. Где эта знаменитая лестница подниматься? Каша в ассортименте. Груши хорошие. Груши хорошие. Полицейские лежат. Как отсюда выйти? Не подскажете лестницу где? А вот, мы прошли лестницу? Да. Вверх подняться, да, чтобы. Хорошо, что подсказали. Вот, прямо, вот. Где желтый, да. Мерседес и влево? Нет, до него. Вот. А, во, все понял. Вот видите, вот здесь вот сейчас поворот. Да, 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 да. Лестница, она вот прямо вверх. 159 ступенек. 159 ступенек? Да. Удачи. Миша в шоке. Миша говорит, я больше не поеду никуда с тобой. Ты, говорит, блогер достал своими. Туристическими местами. Да, она. Она. Да, вот она. А ну-ка, а вот это вот куда идет? Да, она, пошли. Смотрите, кактусы сколько. Ну-с, вперед, Михалыч. С Богом, Михалыч. Здесь страшно ходить. Смотрите, тут какие-то газовые баллоны, бля. А, где я? Где мы? Да. Ничего себе. Поднимемся, сын. Здесь санаторий сделали. В возрасте? Не поднимется, да. Ну, ты-то поднялся. Ну, я поднялся, они поднялись. Фух, молодец, Михаил. Гостевой дом Кипарис. Надо их сделать. Шли, шли, уперлись, блядь. Скалу увидели еще. Да. Ни таблиц. Ни табличек, ничего нет. Рога в отсеке. Да, санаторий «Утес» написано. Ну да, это же. Кроме тех ступенек, еще вот ступеньки. Еле нашли напрямую здесь, блядь. Вот. Так что со здоровьем есть,
приезжайте сюда. Нет здоровья, езжайте в Ялту. Это ужас какой-то. Фух! Как, Миша, не чувствуешь себя? Медведь, гора. Все внизу осталось. Пошли, Миш, налево нам. А что ты поднялся? Ну, да, посвящение.